спорт для сильных и романтичных, яхта, парус, красивый пейзаж – все этому только сопутствует. Зрелищные внутренние соревнования по парусному спорту провели спортсмены Салдинского яхт-клуба «Романтика» и посвятили их юбилею нашего города. Парусный спорт – это романтичный такой спорт, да? Можно не только ходить под парусом, но наблюдать на красивые закаты под парусом, на природу. И вот мы сегодня узнаем, кто у нас лучший романтик. Несмотря на ветреную пасмурную погоду, в парусную регату по Верхнесалдинскому пруду вышли 14 яхтсменов. Им нужно было безошибочно преодолеть сотни метров водной глади в трех гонках, чтобы претендовать на медали. Сегодня участникам нужно показать свое умение хождения под парусом. Это побороть стихию, да, побороть свои страхи. Так как видите, ветер сегодня порывистый, лодки маленько ложит, так сказать. Им нужно показать все свои умения. Победителями этой регаты стали кадеты школы номер 9 Александр Тимохин и Артем Логинов. Никита Распопов, один из самых опытных спортсменов яхт-клуба, поделился, чем ему интересен парусный спорт. Парус надувается ветром, так дует его, заклинивает. И ты пытаешься поставить на воду. Это вот прям незабываемое ощущение. Тут очень весело. Прям незабываемо, так душу сюда западывает. Мы, кажется, теперь тоже любим этот вид спорта, как Никита. И готовы освещать эту красоту хоть каждый день. Кстати, 30 сентября яхтсмены приглашают салдинцев на закрытие сезона, где продемонстрируют всю красоту парусного спорта.